Актрисе Любови Орловой было уже за 30. В московской студии Немировича Данченко к ней хорошо относились. Ценили за голос, драматический талант. Но примой она не была. Ее выручали сольные концерты, где Любовь Петровна могла открыться публике, реализовать то, что было не востребовано в театре. И перед каждым концертом она мучилась от вопроса, в чем выступать. Где взять красивое концертное платье? Это был страшный дефицит тех лет. Достойный материал. Украшения для сцены в начале 30-х достать было невозможно. И вот перед очередным концертом Орлова заехала к подруге, которая пообещала ей наряд для выступления. Женщины за разговорами и чаем отвлеклись. Когда вернулись в комнату, увидели, что платье для концерта уже непригодно. Платье это... Она пришла к Галине Александровне, и они вот там гладили и раскинули на кресле. А кошка Шаховских, пока они где-то болтали в другой комнате, родила котят на этом платье. И это была трагедия, конечно, испорчено все. Как быть, идти на концерт, как-то там они нашли выход. Но матушка Галина Александровна сказала: «Любочка, ты не понимаешь, это потрясающая примета, тебя ждет большое счастье». И на этот концерт пришел как раз вот Григорий Васильевич первый раз. После концерта режиссер-дебютант Григорий Александров подошел к Орловой за кулисы. Признался, что находится в поиске актрисы, которая бы и пела, и играла, и танцевала. Его приятель, художник Петр Вильямс, настоял, чтобы он взглянул на Орлову, потому что это и есть та синтетическая актриса, которая ему нужна. Александров пригласил Орлову на кинопробу своего первого фильма «Веселые ребята». И это изменило судьбу не только Орловой и самого Александрова, но и всего советского кинематографа. Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы. Ведь мы такими родились на свете, что не сдаемся нигде и никогда. Сопровождаемый приветствиями всех честных людей, Эйзенштейн вместе с Александровым и Тиссе высадился в Соединенных Штатах Америки. Однажды Григорию Александрову передали, что Максим Горький приглашает его на свою дачу, чтобы молодой кинематографист поделился с писателем впечатлениями о своих зарубежных поездках. Когда Александров приехал, оказалось, что Горький ждал его не один. На даче находился Иосиф Сталин и несколько членов ЦК КПСС. Здесь любой бы растерялся, но будущий режиссер после зарубежного вояжа ощущал себя свободным человеком. Он с юмором поделился воспоминаниями, взял гитару и спел несколько услышанных за границей песен. Очарованный им Сталин искренне улыбнулся и в дальнейшем не забыл об этой встрече. Там был и Сталин. Григорий Васильевич пел под гитару, всех обаял. Он был невероятно в обаянии. Рассказчик был феноменальный. Я прямо вот слышу его, этот бархатный, обволакивающий голос, который завораживал невероятно. Ну и вот ему был открыт путь к самостоятельному творчеству. У них состоялся разговор, и Сталин, в общем-то, спросил, а почему вот у них так все в этом направлении развито, все замечательно, а у нас ничего. То надо бы как-то сподвигнуть наших кинематографистов тоже поработать в этом направлении. А Александров быстро смекнул, что нужно как-то отойти, наверное, от Эйзенштейна, попытаться, и ухватился за эту идею создания музыкальной комедии. В начале 30-х годов Иосиф Сталин начал испытывать неудовлетворенность качеством советского кино. В 1932 году он выступил перед кинематографистами на специальном совещании, где заметил, что советские зрители явно недополучают бодрого, жизнерадостного искусства. А это плохо отражается на трудовых успехах советского народа. Нам пора научиться снимать комедии такого же уровня, как Чарли Чаплин и его зарубежные коллеги, звучало с высокой трибуны. То есть установка была на создание оптимистических вещей. Это вещь за счет облегченного жанра, создание вот этого чувства того, что страна движется вперед к принятию новой конституции,
к новым победам экономическим, к единению общества. Это было очень важно. Главная надежда была на Сергея Эйзенштейна и его друга Григория Александрова. 3 года они с оператором Эдуардом Тиссе путешествовали по миру, объездили 13 стран, изучили самый прогрессивный кинематографический опыт. От них ждали предложений голливудского масштаба. Их и послали за границу, по большому счету. Один из посылов был, что они должны изучать, они, это Эйзенштейн, Тиссе, оператор Тиссе и сам Александров, изучать звуковое кино. Такая установка была широкой очень. Не они одни так ездили. Ну, конечный, так сказать, этап у них был Соединенные Штаты, а потом Мексика. Но уже по пути в Европу, где они получали визу, они учились опыту первых звуковых фильмов. Эйзенштейна и Александрова вызвали на закрытое совещание Центрального комитета Компартии и потребовали творческих предложений. Эйзенштейн вызвался снять комедию «МММ» про Максима Максимовича Максимова, который попадал в Древнюю Русь, а в современной Москве оказывались бояре из того времени. У Александрова готовой идеи не было. Его выручил председатель Государственного управления кинофотопромышленности Борис Шумяцкий, неординарный и прогрессивный человек. Шумяцкий – личность достаточно интересная, потому что, не имея, в общем-то, прямого отношения к кинематографу, вдруг в 30-м году он назначается на руководящую должность в этой области. Но он считался хорошим общественником, хозяйственником, хорошим организатором. Естественно, он был большевик, имел славное революционное прошлое боевое. И это, наверное, послужило главной причиной, почему он был назначен на эту должность. Потому что нужно, наверное, было что-то менять в тот момент. Он понимал, что, чтобы восстановить уровень кинопроизводства, нужно не то что опуститься в сторону коммерческого фильма, но сделать что-то такое, что будет приносить прибыль. И под воздействием, может быть, даже того же Александрова, который, побывавший за границей, подружившись с Чаплином, насмотревшись, естественно, кинопродукции американской того периода, понимал, что можно, наверное, этого добиться, создав вот нечто подобное Голливуду. Так называемый киногород, как его тогда окрестили. Шумяцкий рассказал Александрову, что в Ленинграде сейчас самое популярное представление – это музыкальный магазин джаз-оркестра Леонида Утесова. Там говорится о приключениях молодого музыканта Кости Потехина. Публика в восторге. Спектакль можно запросто снять на пленку, сделать фильмом. И назвать, например, джаз-комедия «Пастух из Абрау Дюрсо» или что-то в этом роде, особенно не усложняя. Александров привлек сценаристов Николая Эрдмана, Масса, которые стали работать над сценарной разработкой. Работа шла, конечно, очень нелегко, потому что, ну, не готова была общественность вот так вот сделать резкий поворот в сторону комедии. И потихоньку начала вырисовываться будущая команда. В главной роли Леонид Утесов, сценаристы Николай Эрдман и Владимир Масс. А композитор Исаак Дунаевский сказал, что у него есть талантливая знакомая певица. Она прекрасный кандидат на женскую роль Анюты. Это Клавдия Шульженко. Любовь Орлова вообще не должна была оказаться в этом фильме. Потому что на главную роль Утесов и Дунаевский предложили Клавдию Шульженко, начинающую певицу, но уже достаточно известную в Ленинграде. Шульженко когда-то в самом начале 20-х годов, она родилась в Харькове, пришла в театр под управлением Николая Синельникова, а аккомпаниатором, концертмейстером в этом театре был Исаак Дунаевский. Я помню, мы с ним поставили 2 программы. Одна называлась «Джаз на повороте», а другая называлась «Музыкальный магазин». А уж потом был кинофильм «Веселые ребята». Дебют в звуковом кино у Клавдии Шульженко и композитора Исаака Дунаевского должен был состояться на пару лет раньше «Веселых ребят», когда запускался фильм «Кто твой друг?». Для него были уже написаны роскошная музыка и дивные песни. Но кинематографический случай повелел, чтобы все самое лучшее дожидалось прихода в кино Любови Орловой. От этого фильма и должна была начаться всесоюзная популярность у Шульженко. Ну, представьте, песню Дунаевского, музыкальный фильм, певица. Но по иронии судьбы, именно на этот фильм не хватило
звукозаписывающей аппаратурой. Певица Шульженко снялась в последнем немом фильме, который прошел малозамеченным. Но весь музыкальный материал, который Дунаевский написал для фильма «Кто твой друг», а это были несколько песен, он предложил Григорию Александрову. И, собственно, песня Анюты, так вот звали главную героиню фильма «Веселые ребята», досталась Любови Орловой. Коллеги-кинематографисты при обсуждении предоставленного Александровым сценария морщились и, не стесняясь в выражениях, крушили идею комедии «Что есть силы». Потому что она безыдейная, потому что бессмысленная. Сценарий поначалу был довольно сырым. 12 комических историй, фактически эстрадных номеров, плохо связанных между собой. Что такое здесь не 8 марта делать? Прям зарез. А что? Рук-то нету. Голосовать нечем. Это была первая музыкальная комедия. Ничего подобного у нас еще никогда не было, несмотря на все огрехи, которые были в этой картине. Надо сказать, что критика, в общем-то, нещадно обрушилась все-таки на «Веселых ребят». Досталось всем. Обвиняли за излишнюю перенасыщенность всевозможными трюками, гэгами. Обвиняли в том, что Александров хотел ни во что бы то ни стало рассмешить народ во вред сюжету, во вред какой-то художественной целостности картины. Ругали безбожно Утесова, потому что все считали, что он не подходит для этой роли, потому что Костя, ну, должен быть значительно моложе. Вы такой молодой и уже гений. Ну, как это можно? Привычка. И еще Александрову говорили, что это вообще не советская история. Подставьте английские имена, и получится настоящая американская комедия. Не на шутку заводились коллеги. Вещь целиком не наша. Коммунисты московской фабрики «Союзфильм» постановили считать сценарий неприемлемым для пуска в производство, а его утверждение рассматривать как политическую ошибку руководства. Говорили так, но у нас снимается западная картина, никак не соответствующая нашим реалиям. Александров в ответ говорил, что наше кино и так поднимает слишком много проблем. Фильмы идеологически перегружены, в мире так никто не снимает. И он ставил перед собой простую, но важную задачу – разрешить проблему смеха. И только. Но высшее партийное руководство страны уже ждало именно эту комедию. И партийная ячейка «Союзфильма» была вынуждена свои запреты отозвать. Не выключай свет еще раз. Пока вокруг запуска «Веселых ребят» бушевали киношно-политические страсти, режиссеру и его актрисе не давали покоя страсти сердечные. Сначала потеряла голову Любовь Орлова. Любочка говорила, я вошла, вот когда на пробу пришла, увидела золотоволосого синеглазого бога, и все было кончено. Если она влюбилась с первого взгляда в секунду, то он, нет, она его завоевывала, она сама об этом говорила. Александров к тому моменту отсмотрел все спектакли в московской студии Немировича Данченко. Приглашал после выступления актрису прогуляться. Но влюбленным себя не считал. Ему еще предстояло превратить Орлову в женщину своей мечты. Он решил, что она будет блондинкой. И он создал вот этот ее имидж на все последующие годы. И приехал к ним домой с парикмахером, чтобы ее постричь и покрасить. Ну и моя мама, там ей было лет 13 или 14, которая любила свою тетку и привыкла к ней. Когда она ее увидела блондинкой и неузнаваемой, она расплакалась. Из шатенки Орлова превращается в блондинку. Вот этот фотоколлаж 1933 года, он был сделан именно в момент съемок фильма «Веселые ребята». И мы помним из финальной сцены цилиндр Орлова с музыкальным инструментом. Кстати, этот цилиндр, он перекликается с тем цилиндром, который был на Марлен Дитрих в фильме «Голубой ангел». Легенда утверждает, что режиссеру «Голубого ангела» Джозефу фон Штернбергу на Марлен Дитрих указали именно Эйзенштейн и Александров, когда путешествовали по Европе. Ich kann halt lieber nur
Компания мужчин отправилась на шоу Миши Шполянского «Два галстука» в кабаре. Эйзенштейн сказал Штернбергу: «Обрати-ка внимание вот на ту немку. Мне кажется, что ее стоит попробовать». И тогда для того, чтобы эту актрису, исполнительницу одной из ролей в спектакле «Два галстука», пригласить за столик, отправили Григория Александрова. Молодая актриса была очарована, приняла приглашение прийти за столик и на следующий день оказалась на съемочной площадке. Они уговорили ее на пробы, участвовали в перемене ее имиджа. Марлен Дитрих на глазах Александрова превратили в блондинку. Между Марлен Дитрих и Александровым вспыхнула искра взаимной симпатии. Было ли это романом, не было ли это романом, но между ними на всю жизнь сохранились теплые отношения. И когда они встречались потом и в Европе, и Марлен Дитрих в 64-м году приезжала в Советский Союз с концертами, Александров ее называл не иначе, как «моя подружка Марлен», а Любовь Орлова со всех общих фотографий отрезала фотографию Марлен и ее выбрасывала. Орлова приняла новый образ и новые обстоятельства жизни. Она забыла о своем возлюбленном австрийце Франце, который уговаривал ее бросить Советский Союз и переехать жить в Германию, где он обязательно поможет ей стать кинозвездой. Александров тогда был женат, у него был сын Дуглас. Но именно в этот момент, по письмам жены, он понял, что она хочет создать семью с другим человеком. Орлова и Александров чувствовали себя друг для друга людьми без лишних обязательств. Она была замужем за Андреем Берзиным, это был замнаркома земледелия. Его посадили по делу Чаянова, тогда было громкое дело. Ну, это вот 29-й год, когда уже этот морок жуткий, сталинский, уже назревал и разворачивался в полную силу. Его арестовали, и она была женой репрессированного. А Александров тоже был в этот момент свободен, когда они встретились, его жена. Пока Григорий Васильевич был в Америке, же он был 2 или 3 года, я уж не помню, она за это время сошлась с Тениным. И они оба были свободны. И Любочка, и Григорий Васильевич встретились, будучи свободными, без семейными людьми. Серьезно переработанный сюжет сценария Александрову нравился. Музыка его удушевляла. Диалоги были остроумны. Долго бились над маршем. Александров насвистел Дунаевскому бодрую мелодию, услышанную где-то в Мексике. Тот ее подхватил, развил, добавил социалистического задора, и у фильма появился лейтмотив – музыкальная эмблема, которая точно соответствовала времени ярких перемен. Тогда, в тот момент, это не так, не настолько было известно у нас в стране, потому что не все же могли увидеть какие-то образцы, как Александров за границей, других фильмов. Также известна история, кстати, вот с плагиатом Дунаевского. Дунаевского обвинили в плагиате, в том, что он позаимствовал мелодию из какой-то мексиканской песенки. Но ни Александрова, ни Дунаевского это нисколько не смутило. Они абсолютно спокойно парировали, да, что в этом нет ничего особенного. Ну да, взяли там какую-то мелодию, ее переработали, и в этом нет ничего страшного. В сентябре 1933 года уже были куплены билеты на натурные съемки в Гаграх. А достойных слов для марша не было. В кадре видно, как Леонид Утесов в начале фильма поет что-то совсем другое. Артикуляция не совпадает. Про что он поет? Про быков, коров, розовое вымя, большие надои, сочную травку, коровий марш. До последнего момента не появлялся тот самый знаменитый текст, который потом нам стал известен, наверное, буквально, ну, и уже стал одним из таких символов нашей страны. «Легко на сердце, от песни веселой она скучать не дает никогда». Легко на сердце, от песни веселой она скучать не... Но записывали под другую фонограмму. И уже потом наложением поставили тот текст «Марш веселых ребят», который и стал одним из символов
этой картины. Отчаявшись, необходимые слова для песни искали через газету, объявив всесоюзный конкурс. Были напечатаны ноты в «Комсомольской правде» и текст, предлагающий всем нашим советским поэтам поучаствовать в нем и предложить свои версии. И так возник Василий Лебедев-Кумач, который написал вот эти знаменитые строки, которые сразу понравились Александрову, и они тут же легли в основу этой песни. Быка, например, спрыгивать, да, по сюжету ты должен был делать утесов. И когда Григорий, это мне Григорий Васильевич рассказывал, я ему говорю: «Лёдик, ну, давай». Он сказал: «Ох, не еврейское это дело, Гриша, на быке верхом ездить». А Люба, которая стремилась завоевать Григория Васильевича, сказала: «А я вспрыгну», и спрыгнула. И вот с этого момента у них с Утесовым испортились отношения. И она, конечно, упала с быка и лежала у Склифосовского с разбитой спиной. Это все было. Символично, что репетировала эту сцену Любовь Петровна верхом на режиссере Григория Александрова. Его она хлестала веником, а потом оседлала свирепое животное. Не случайно на фамильном дворянском гербе рода Орловой девизом было трижды повторяемое слово «отвага». Из воспоминаний Любови Орловой. Мой экранный дебют в музыкальной комедии не был легким. Моя героиня не только выполняла тяжелые обязанности домработницы, но еще и сражалась со стадом, скатывалась по лестнице с тарелками в руках, падала вместе с провалившимся забором, ездила верхом на быке. Животных для пастуха Кости Потехина собирали по местным колхозам. Про быка Чемберлена предупреждали сразу. У него ужасный характер. Уже были пострадавшие от его рогов. Но Александров был спокоен. Он выписал из Москвы циркового дрессировщика, который уверял его, что работает по современной методике при помощи гипноза. Знали бы колхозники, как киношники будут издеваться над их питомцами. Животных два дня не поили, чтобы в нужный момент, когда по сценарию Утесов заиграет на дудочке, они дружно двинулись к бочкам с водой. Пара коров от жары и обезвоживания упала в обморок. Одна оступилась на лестнице, ведущей на дачу «Черный лебедь», и повредила ногу. А перед режиссером стояла еще одна важная задача. Им нужно было этих животных напоить, причем так, чтобы они не смогли двигаться. Это было несложно, когда речь шла о поросятах, козочках или овечках. Бык Чемберлен падать от 10 литров спиртного отказался, лишь ярче проявлял свой буйный агрессивный характер. Он гонялся за дрессировщиком-гипнотизером, пугал членов съемочной группы, забодал мотоцикл помощника режиссера и продолжал оставаться на ногах. Выручили смешанный с водкой бром и гигантский шприц со снотворным. Талантливая команда с радостью реализовывала задумки режиссера. Они впервые для советского кино писали звук прямо на пляже и в горах. А что ведь теперь? Оператор Владимир Нильсон прокладывал рельсы, где только было возможно, и снимал беспрецедентно длинные панорамы. Нильсон оказался очень талантливым оператором. Хотя до этого у него не было больших самостоятельных работ, он только работал ассистентом оператора Уизенштейна на «Октябре», «Старом» и «Новом». Но здесь он проявил настоящую изобретательность. Во-первых, в «Веселых ребятах» чуть ли не впервые были применены панорамные съемки. Вот эти знаменитые проходы Кости в начале фильма, когда он поет песню, потом второй замечательный проезд на пляже, вот эта панорама отдыхающих. Нильсоном были придуманы вот эта железная дорога, была установлена тележка, на которой ставилась камера, и снимался вот этот длинный-длинный проезд. Там были какие-то монтажные стыки, но они были настолько незаметно обыграны, что это смотрелось буквально вот так вот на одном дыхании. Нильсон использовал очень активно комбинированные съемки, потому что
Ну, технически аппаратура еще не была настолько совершенна, как это было позднее. Поэтому, например, снимать проезд катафалка в проливной дождь по улицам или снимать огромный зрительный зал Большого театра, это как бы все было сложно достаточно организовать. И Нильсон придумал вот эту комбинированную съемку, когда снимался отдельно зал Большого театра или снимался отдельно дождь, и потом это комбинировалось в одном кадре. И было достаточно так новаторско для того времени. Через месяц после начала работы, в октябре 1933 года, произошли события, от которых все члены киногруппы ощутили ледяной холод ужаса в крови. В ночь с 12 на 13 октября в гостинице в Гаграх подъехали спецмашины, на которых увезли сценариста фильма Николая Эрдмана и Владимира Масса. Поводом стали шутливые политические строчки, прочитанные на каком-то вечере. За них соавторы заплатили ссылкой. Еще в период съемки Эрдман и Масс были арестованы за создание, так сказать, политически неблагонадежных каких-то стихотворений. И Эрдман и Масс, они получили ссылку. В общем-то, из-за этого их имена были убраны из титров, и сценаристов там, в общем-то, как по сути, и нет. Тогда было принято, как и вычеркивать людей, хотя потом они вернулись и работали плодотворно и долго. И даже в ту же эпоху, то есть если мы берем сталинский период. Оператор Владимир Нильсон, хотя увлеченно работал, много придумал для фильма, искусством работу над «Веселыми ребятами» не считал. Ему была ближе глубокая продуманная манера Сергея Эйзенштейна. А здесь было какое-то легковесное озорство. Орлова ему тоже не нравилась. Он называл ее «хозяйкой». Из письма Владимира Нильсона. «Снимаем жуткую халтуру. Тем более вредную, что все это, несомненно, будет иметь успех и станет стилем советского кино на неопределенное время. Трудно себе представить, до каких пределов может дойти дурной вкус и пошлятина в каждой мелочи, начиная с композиции кадриков и кончая выбором костюмов и актерской работой. А хуже всего, когда на площадке появляется хозяйка. Гриша совсем потерял голову и, видимо, собирается после окончания картины жениться. Не было на съемочной площадке человека, который не обратил внимания, как смотрят друг на друга Григорий Александров и Любовь Орлова. После работы они оставались наедине, уходили на берег моря. Однажды вечером Александров рассказал Орловой, как он снял свой первый фильм. Это был короткий метр, сентиментальный романс. Исполнительница главной роли играла на фортепиано. И когда он попросил перекрасить Орлову в блондинку, увидел, как она похожа с той артисткой. Понял, что давно искал такую женщину, как Орлова. И для кино, и для судьбы. Конечно, Орловой не понравился момент, когда ее сравнивали с кем-то еще. Но она была мудрая женщина. И Александров никакого недовольства у нее не заметил. Люба настолько себя творчески утвердила в «Веселых ребятах», и потом они закончили съемки уже мужем и женой. Люба сумела его в себя влюбить, но это было бы сложно не влюбиться в нее. Все, кто вспоминает, она была неотразима совершенно. И главное, совпало с его творческими представлениями о том, какая должна быть его героиня. Чем ярче чувства наполняли сердце режиссера, тем скромнее в комедии становилась роль Утесова. А роль домработницы Анюты, напротив, росла. Леониду Утесову было не смешно. Он начал ревновать и нервничать. Сумасшедший. Это был сценарий, где главный герой был Утесов. Анюта – это был эпизод. Но настолько режиссер стал увлекаться актрисой, и Любовь Петровна так интересно раскрывалась, что эта роль увеличивалась с течением съемок, теснила положение персонажа Утесова, и это тоже стало источником его неприязни в ее адрес, такой вот творческой ревности. Что меня поразило, когда я взяла в библиотеке монтажный лист «Веселых ребят», 10 частей фильм. Любовь Петровна оказывается только в 4 частях. Ведь когда вспоминаешь фильм, это фильм Орловой. Когда картина была закончена,
Григорию Александрову досталось от коллег. Его били наотмашь. Безыдейную комедию, лишенную революционного пафоса, выпускать в прокат запретили. Кинокритики, опытные режиссеры, наркомат просвещения объявили картину пустышкой, которая ничего, кроме вреда, зрителям принести не сможет. Примите энергичные меры, товарищ комендант. Обратите внимание, что это делается. Черт знает что, товарищ комендант. Травили страшно этот фильм коллеги в основном, но это соперничество профессиональное, это понятно, и под видом идейной борьбы, и борьбы за идею. На самом деле ведь за этим стоит в основном профессиональная ревность. И в этот момент к судьбе джаз-комедии подключился Максим Горький. Комедию привезли к нему на дачу. Алексей Максимович позвал на просмотр активистов комсомольской организации сельских районов поблизости. Наблюдал, как восторженно они реагируют на все происходящее на экране, как искренне смеются каждой шутке, каждому гэку. От Горького партийное руководство страны узнало, что Александров с поставленной задачей справился. Снял талантливую комедию, которая сделана смело, смотрится весело и с величайшим интересом. Оттуда же, с Горьковской дачи, пошло новое название фильма «Веселые ребята». Фильм для просмотра запросил Иосиф Сталин. К Сталину поехали Григорий Александров и руководитель советской кинематографии Борис Шумяцкий. Шумяцкий решил действовать осторожно. Чтобы подстраховаться, он взял только две первые части картины. А Александров, на всякий случай, захватил и остальные коробки «Веселых ребят». Когда первые две части были показаны, была замечательная реакция, и Сталин сказал, ну, везите остальные, я хочу их посмотреть. Но когда он сказал, что они же там еще не закончены, не доработаны, ничего, везите. А тут же возник Александров, который сказал, что вот, пожалуйста, они уже здесь, и посмотрите их тоже. Показали Сталину, и он хохотал и сказал, что он замечательно отдохнул. И после этого, конечно, путь комедии был открыт. Картину приказали у режиссера сразу же забрать. Знаем мы этих художников. Все сразу же испортят какими-нибудь правками. Один вопрос для Григория Александрова оставался открытым. Как быть с именами арестованных сценаристов? Для очистки совести он поехал к одному из них, Николаю Эрдоману, который тогда сидел в городе Калинин. Им разрешили встречу, на которой Александров сказал Эрдоману: «Понимаешь, Коля, наш с тобой фильм становится любимой комедией вождя. И ты сам понимаешь, что будет гораздо лучше для тебя, если там не будет твоей фамилии». Николай Эрдман ответил, что понимает. Имена сценаристов исчезли из титров фильма. Десятилетиями считалось, что все для «Веселых ребят» придумал и сочинил исключительно режиссер картины Григорий Александров. Выпускать комедию на экраны решили 25 декабря. Буржуазный праздник Новый год в Советском Союзе официально признают только через год. Но внутренне для всех людей переход к новому календарю – это всегда было связано с ожиданием хороших перемен. И традиционно большие премьеры выпускались как раз в эти дни. Но вначале фильм показали зарубежным зрителям. «Веселым ребятам» для заграницы дали название «Москва смеется» и отправили на Венецианский кинофестиваль. Ну, он был на Венецианском фестивале в программе. Затем он, насколько мы знаем, не знаю уж, насколько это, если привлечение, во Франции пользовался большим успехом. А в Америке он имел очень благожелательную прессу и знаменитый, сказать, Чаплин о том, что мы раньше знали Россию Достоевского, а сейчас мы видим другую Россию. Его до премьеры в СССР оставалось несколько дней. Но 1 декабря 1934 года убили Кирова. Объявили траур. Александров в душе попрощался с мыслями о громкой премьере и всесоюзной славе. Неожиданно для всех Сталин дал отмашку, чтобы премьеру продолжали готовить. И она состоялась, как было обещано, 25 декабря. Была проведена с размахом. Реклама была невероятная. Не только афиши, но и спичечные коробки с портретами персонажей фильма, прежде всего Орловой. И конфеты с фантиками, и печенье с оберткой. Да, была очень большая реклама, организована государственная реклама. Да. 25 декабря 1934 года, в день премьеры фильма Григория Александрова «Веселые ребята», зрители осаждали кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади.
Ажиотаж был неистовый. Сколько шли съемки картины, ее монтаж, столько заразительно смешной комедии писали советские газеты, подогревая интерес зрителей к будущему фильму. Кассиры боялись, что народ в битве за билеты сломает стены и ворвется в кинотеатр. Такая угроза была. Усмирить жаждущую зрелищ толпу на площади кинотеатра не получалось даже у конной милиции. Григорий Александров был великий режиссер, не менее великий как бы продюсер не только фильма, но и всего, что фильм этот окружает. Он умел подавать что-то и знали о том, что комедия, например, «Веселые ребята», о которой мы сейчас вот говорим, она вызвала, кстати, много критики. Был момент, когда ее пытались запретить просветительные органы наши. И в конце концов он сделал все для того, чтобы этот фильм получил заслуженную славу. Утесов приехать на премьеру не смог. Остальные члены съемочной группы прошли в зал неузнанными. Григория Александрова в лицо никто не знал. На Любовь Орлову не обращали внимания. Это были последние полтора часа, которые отделяли их от славы. Через 89 минут кинопоказа их жизнь изменится. Голос Орлова, ее танцы, движения, фразы впитаются в сознание целой страны. Для миллионов именно ее героини станут утешением в самые непростые годы советской власти. Как и фильмы Александрова, в которых ярких красок и радостных моментов окажется больше, чем в реальной жизни. «Веселые ребята» – это же был тоже новогодний фильм, только для кинотеатров. Он вышел 25 декабря 1934 года. То есть он должен был как-то вот настроить на то, что все будет хорошо. А у Иосифа Сталина появилась в жизни любимая актриса – Любовь Орлова. Фильмы с ее участием он мог пересматривать бесконечно. После выхода этого фильма на экраны практически всех наградили высокими государственными наградами. И Орлова, иначе как орденоносец, больше никогда уже не называлась. И на всех плакатах, на всех открытках указывалась именно так. Орденоносец, заслуженная актриса Любовь Орлова. А Утесову достался фотоаппарат. Это было связано с тем, что Сталин не очень любил Утесова, но, зная его всесоюзную уже популярность, заткнуть его, да и, собственно, убрать со сцены было уже невозможно. Утесов был раздосадован. Ну что поделаешь? Знаки внимания от властей обсуждать было не принято. Однажды на подмосковной даче Любовь Орлова подошла к Григорию Александрову и вложила свои руки в его. Они всегда были на «вы». Такая форма общения выглядела трогательно, учитывая, что актриса и режиссер прожили вместе 42 года. Она сказала ему: «Спасибо вам, Гриша, за всю мою жизнь». И эти неожиданно сказанные слова здорово смутили Григория Васильевича. Он поцеловал руки Любови Петровны и ответил: «Да что вы, это я должен благодарить вас за всю мою жизнь и за нашу жизнь». В гостях у них была Фаина Раневская. Фаина Георгиевна не выдержала и заплакала от того, что так близко увидела счастье двух талантов, созданных друг для друга. Ведь подобное очень редко бывает. В своем дневнике Фаина Раневская написала: «Ну с кем еще случилось такое? Кому еще выпало подобное?»